22 июня – особый день в нашей истории, день начала Великой Отечественной войны. Первый удар фашистов 72 года назад пришелся на Брестскую крепость. Именно здесь солдаты более чем 30 национальностей насмерть стояли за Родину. Среди них – трое уроженцев Рязанской области. Всего, по данным архива музея мемориала, на территории Брестской области 16 воинов-рязанцев боролись за победу. В их честь около гарнизонного кладбища состоялась церемония открытия памятного знака. Представители администрации города, ветераны, а также общественность городов Рязани и Тюмени почтили память погибших. Есть древняя мудрость, что человек, который забывает прошлое, он не имеет будущего. И я благодарен нашим друзьям рязанцам за то, что они на вот этих примерах воспитывают нынешнюю молодежь, помогают нашей молодежи тоже относиться памяти прошлого с достоинством, с уважением. Я думаю, что открытие сегодняшнего памятного камня, посвященного тем рязанцам, которые погибли в боях в Брестской крепости, а потом в боях за освобождение Беларуси, более чем актуально сегодня. Не было бы открытия этого памятного знака, если бы нынешнее поколение не помнили бы о мужестве, о подвиге, о героизме своих дедов, отцов и прадедов. Мемориальный камень с памятной надписью был привезен с Рязанской земли благодаря совместной инициативе общественности городов-побратимов, в которую входят люди, неравнодушные к судьбе своих соотечественников, 400 уроженцев Рязанской области, которые навечно остались лежать на полях военных сражений в белорусской земле. Брест стал третьим городом после Волгограда и Санкт-Петербурга, в котором был установлен памятный знак в честь воинов Рязани. Рязань – это вообще город-воин сам по себе. У нас больше 300 героев во время войны стали. Это, ну, больше ни одна область России не имеет столько героев Союза по количеству. Рязань оставила заметный след, ну, в разных битвах великих. Хотелось бы, чтобы наши земляки остались, чтобы люди их вспоминали, ну, с благодарностью. В честь погибших к подножию мемориального камня были возложены цветы и венки. Памятный знак – это лишь малая часть той благодарности и уважения, которую мы можем выразить защитникам Родины.